нас дела сегодня отлично. Мы приехали прям с самого раннего утра, ну почти раннего, на презентацию бренда Sva. И здесь очень классно, потому что эта презентация проходит в тики-баре. Мы сейчас заказали себе коктейли, потом пойдем возьмем закуски, и минут через 15 начнется уже сама презентация, собственно. Подумали, что опаздываем, но нет, все нормально. Смотрите, как здесь классно. Вот так выглядит бар. Здесь у нас бразильская вечеринка сегодня. Все такое интересное, красивое. Там кораблики. В общем, очень много фотозон, знаете, вот куда ни встань, везде фотозоны. А вот, кстати, бренд Fa. Ну, потом я вам покажу новинки. Там будет, видимо, презентация. Там столики. Цитрусы, личи. Вот, смотрите, заказала я себе коктейльчик. Красиво так оформили. Сейчас попробуем его. Знаете, что мне нравится в разных заведениях? Как это смотреть на разные подачи всяких коктейлей и вообще разных блюд. Как они это все оформляют. Настолько удивляет. Вот в таком стакане я впервые буду пить. Так, я взяла себе салатик с тунцом и зеленью. Два бутерброда и конопушечку. Здесь моцарелла с этим, с помидором черри. Вика там все что-то смотрит. А, кстати, вот те самые новинки. Почему бразильская вечеринка? Потому что вот здесь фрукты разные. Ну, все такое уже, знаете, летнее, весеннее. Я взяла себе салатик с морепродуктами. Хочу еще раз дать им шанс. Ну, креветки-то я люблю, а вот такие разные... Другие морепродукты я не люблю. Хочу попробовать. Ой, смотрите, как здесь классно все украсили. Вот. Прям реально дух Бразилии. Просто я недавно смотрела карнавал, поэтому для меня это все свежо. Громко.
сегодня целый день будет идти снег. Но красиво, конечно, Москва у нас красивая. В конце вечера смотрите, сколько разных вкусняшек сюда принесли. Такое было шоу, фаер, но все уже, все наелись, все лежит просто. Уже почти все расходятся. А у нас, Вика, просто есть еще немножко времени до похода в салон. И вот поэтому мы сидим здесь, его коротаем. Отличная атмосфера здесь. А потом мы пойдем на маникюр. Покажи свои ногти, как они отросли. У меня спрашивали, какой базой и топом я пользуюсь. А потом я вам расскажу. А так Коди, Банди. Вот. У Вики, как видите, все уже отвалилось. Ребята, мы идем в салон. И сейчас, знаете, увидели двух корейцев. Ну, южных, я имею в виду, которые прилетели именно. Не таких, как мы. И, знаете, они оделись прямо вот как там. Там же очень редко, когда снег выпадает. И круглый год можно ходить вот в кроссовках, типа как Вика. Но там все, ну, большинство ходят в кедах таких низких. А вы представляете, они прям по лужам идут в кедах, потому что у них выбора нет. Прохода иначе нет. Я говорю, да, оделись не по погоде, ребята. А я иду в сапогах. И мне всем, ну, вот прям в самый раз. Вики, конечно, в кроссовках не очень бывает местами, но все равно это не то, что в кедах. В кедах вообще все мокро. А еще мы сейчас, когда зашли в метро, прям вот в вагон зашли, встретили нашу подписчицу. Девочка приехала из Ташкента. Представляете? 2 дня назад. И она говорит, и я вас встретила в метро. И мне настолько с Викой стало, знаете, как-то тепло от этого, что человек из другой страны приехал всего на несколько дней сюда, прилетел. И, ну, по счастливой случайности. По счастливой случайности, да, мы встретились. Я с ней, кстати говоря, сфотографировалась в Инстаграм. Обычно я выкладываю, если кто-то репостит, то... Ой, если кто-то выкладывает, я обычно репосты делаю с Викой. А, снег прям в глаза. И это настолько круто, встречать вас. Так, мы уже почти, по-моему, пришли. Здесь просто очень опасно, понимаете? Ходить. Вот, так что увидимся уже внутри в салоне. Чё ты там плетёшься? Да, иду, везде снег не попадает. Везде снег. Но погода просто шикарная сегодня. Тепло. Снег идет. Да, слякоть, но все равно красиво. И этот, знаете, вот такая... Уже весенняя теплота идет. Надо успеть фотки сделать. Да, надо успеть фотки сделать зимние. Так, мы с Викой сидим уже на маникюре. Это наш кофе. Тебе не будет за сегодня много кофе? Да нет. Вчера только. А я себе буду менять форму. И хочу сделать нюдовые ногти. Посмотрим, что получится. Длина, в принципе, у меня нормальная. А за окном шел снег, но сейчас его уже нет. А нет, он есть, идет, он мелкий, да, его просто не так видно. Там все заснежено. Но цвет лака я еще не выбрала. Потом покажу вам результат. Здесь такая хорошая атмосфера. Посмотрите на мой маникюр, он уже готов. Это просто что-то с чем-то. Это новая у меня форма, балерина. Матовый нюд, как я и хотела. И я вообще-то хотела градиента, но мы передумали и сделали инкрустацию стразами, сеточку. И вот леопард здесь. Все по трендам. И определили ногти. Вот это, чтобы было понятно, откуда ногти начинаются. Потому что очень нюдовый лак. Красиво. Напишите в комментариях, вам понравился дизайн или нет. Возможно, для кого-то слишком вульгарный, но мне очень нравится. Особенно вот этот цвет, темно-зеленый, цвет жади. Жади. Очень красиво. Я себе маникюр под шапку сделала. Кстати говоря, это корейские гель-лаки Банди, которые у меня тоже есть. Вот. И стразики. Но мне очень понравилось, знаете, это одна из самых лучших работ, которые мне делали. То есть такой чистый маникюр, очень все аккуратно. Практически под кутикулу, потому что мне кутикула не подразумевает, чтобы под кутикулу наносить гель-лак. Но, тем не менее, очень чисто. Держи меня, держи. И мы едем в метро.
Ребята, как вы поняли, я уже дома и сейчас читала ваши комментарии под предыдущим влогом. Хотела сказать вам всем большое спасибо, кто переживал. Многие писали сообщения в Инстаграм еще до выхода видео, переживали, спрашивали. Я, наверное, еще отвечу на многие вопросы, которые возникли под предыдущим влогом, ну вот про эту жесть, но не в этом влоге. Этот влог очень такой веселый. Я на многие вопросы буду отвечать, наверное, в одном из следующих влогов. Что касается насчет встречи, также у меня спрашивали, тоже очень было много вопросов. Как я уже говорила, более точную информацию мы с Викой опубликуем в наших Инстаграм и во вкладке сообщества на наших каналах. Я думаю, что это будет 21 февраля, где-то в 5-6 часов вечера в парке Горького в Москве. Ну, опять же таки, я думаю, что где-то за дня 3-4 мы скажем точно. То есть просто мы сейчас не можем точно сказать, какие у нас там будут дела и во сколько мы сможем. Вот поэтому пока вот ориентируйтесь на 21 число, 21 февраля. Потому что уже 23 мы улетаем, и да, уже времени остается совсем мало. С одной стороны, это, знаете, так волнующе, а с другой стороны, ну, не знаю, пока еще непонятные чувства, еще не было времени как-то, знаете, сесть и предвкушать вот именно конкретно вот эту предстоящую поездку. Я надеюсь, что я успею все-таки распланировать ее, потому что как только прилетаю, у меня там очень много дел будет. Сейчас Каролина собирается идти в школу на свои занятия, на курсы дошкольного образования, и получается, она еще сходит на одно занятие, наверное, да, там, и все, потом мы уже улетаем. А сейчас хотела вам показать, что нам подарили на презентации. Это шариковый дезодорант, и знаете, что хочу сказать? Вообще, наверное, Фа одни из первых, кто вот такие вот дезодоранты начал вообще делать, но я не пользуюсь такими вещами, и также дезодорант в спрее. Вот так вот выглядит. Очень нравится упаковка, уже сразу такое весенне-летнее настроение. А здесь гель для душа, и это тоже крем-гель для душа. Такие вот новинки. Там, конечно, и мужская линейка тоже вышла, много чего вышло. 11 штук всего новинок было. А у меня вот пока вот эти только. А знаете, еще за что я переживаю? Сейчас такое время, когда повсюду вирусы. И я не хочу просто до рейса, чтобы Каролина болела, чтобы я там себя плохо чувствовала, потому что у меня не будет времени там на восстановление. И Каролина вот в последний раз, в принципе, ну так, неплохо перенесла, не так, как в первый раз. В этот раз, я думаю, еще лучше, потому что она старше стала. Но Серж себя начал плохо чувствовать вчера, и он говорит, что да. Ну, есть такое недомогание, у Вики тоже это недомогание, у Каролины, кстати говоря, тоже как-то она, ну, не болеет, но что-то не то. Я думаю, что лучше, наверное, будет, ну, чтобы это все произошло либо до рейса, либо же уже после, когда мы прилетим, недельки через 2-3. Вот, а сейчас я пойду заниматься дальше делами, многое что не успеваю, но потом я вам все расскажу. И увидимся с вами уже в следующем влоге. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Если вы не видели и не знаете, о чем речь идет, ну, точнее, шла вот сейчас, о какой жести я говорила, то посмотрите предыдущий влог. И обязательно следите за моим Инстаграм, потому что там будет вся информация о встрече в Москве. Все, увидимся с вами уже в следующем влоге. Всем удачи, всем пока.